начинаю уборку. Это детские кашки. Ой, что происходит? Вау! Ой! Вау! Медвежонок! А покажи свой красивый дом! Покажи свой дом, Лапусь! Вот! Вот! Дверь закрывается, открывается. И тут есть такая от меня? От Тянки, а там можно в дом залезть? Да, большие какие. Вау. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Я пока буду играть. Так, закрою дверь. Пока. О! Так. Кошки тут. А тут хаки-маки спрятаны от тебя. Да. Ой. О! Ну, прикольно в этом доме, он большой. Теперь буду играться с маленьким мячиком. Его сложно очень поймать, ну и я не нахуй. Его очень сложно поймать, а я потом не видел. Это что? Сложно поймать. Крутой хлеб. Что мне нравится в этом шоколаде, это состав. Сахар, масло какао, масло сухой цены, эмульгатор лецитины, подсолнечные, не соевые, заметьте, ваниль, натуральная стручковая, молотая соль и морская, соль морская пищевая. То есть вот прям идеальная штука и по вкусу очень вкусненько. Я не завтракаю, или завтракаю очень редко, но вчера я не поужинала, поэтому решила вот покушать. Заодно порежу и второй хлебушек, чтобы потом брать аккуратно. И пока хлеб пекся вот в тостере, не знаю, аппетит что-то пропал. Не знаю, съесть, не съесть. Ну ладно, сделаю, если что, съем попозже. Все-таки запах меня уговорил это скушать. Это очень хороший
состав колбасы, без всяких нитритов, усилителей, вкусов и там, фиксаторов окраски. Поэтому я люблю колбасу покупать натуральную. Вкусненькая, вкусненькая. Вкусный компотик в пакетиках, потом пакетик раз и выкинула. И остался компот, который не надо процеживать. И вот пока горячий, решила охладить его ледяными ягодами. Ням-ням-ням. Это вот у меня с черносливом такой, здесь у меня с вишней. Жалко только, что всего 4 пакетика в упаковке. Очень смешно. Сто лет не ела. Чисто шерстяное, крутое, классное. Но с пуговкой проблемка. Ну, сейчас делаем. Все, дошила пуговки. Ах, теперь по плану вот такая штуковина идет. Вот, вот. Две. Начнем. Икеевские, конечно, проще собираются. Дело пошло. Так, держит, да? Уже телефон начал свой раскладывать. Ну, сейчас мы чудо делаем. Тут еще, ну, еще тут чуть-чуть совсем. Ну, и все. Какой у тебя дом? Потом расскажешь, да? Да, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут 6 читает, еще бабу нужно. Ну, еще вторую соберем. Все, давай продолжать. Сегодня я решила купить вот такие вот готовые полуфабрикаты. Состав у них очень хороший, поэтому я решила взять. Готовить я буду все в одной посуде. Заливать я буду водой просто, чуть-чуть протомлю, а там, возможно, добавлю томатную пасту, я еще не знаю, подумаю. Вот под накрытой крышкой буду томить, тушить. Ну, достаточно долго, я думаю, минут 30-40 точно буду. Состав хороший, натуральный. Поэтому решила попробовать, чтобы самой не лепить. И прям вот так вот я знала, что прям так и положу 2 голубца и 3 перчика. Посмотрим, что получится. Хочу узнать вкус. А получилось достаточно вкусненько. Да, даже из полуфабрикатов. Вот, аппетитненько, хорошо. Мне понравился, что состав натуральный. Без всяких добавлений, добавок. Вот. Красота. Попробую на вкус. Замечательно. Ну, дома возиться, готовить, конечно. А тут уже готово. И вкусно. Ничего, ничего. Один из немногих продуктов, которые можно покупать полуфабрикатные. Ты что там делаешь? Ты что делаешь? Сумасшедший дом! Утро следующего дня решила заснять, как получилось. Вот. Очень даже тяжело было. Ну, не так тяжело, как шкафы. Более-менее нормально.